А я начал запись. Компромат, да? Угу. Нет, реально, а где все ящики? Был полный этот состав. Да, потом будет хуёво игрокам, которые будут там ехать. Стоп, ай, вот огнечек. Они могли заныкаться под сидушки. Ну, одну бочку мы точно где-то потеряли. Бля, не пойму. Ну что? Бочку. Так, еще, блин. Приедем на следующей партии. А, нет, она в кабине. В какой, в задней, что ли? Какая вход вот подставку сделала? В какой кабине она? Блин, я случайно запихнул. Запихнул в салон, набрал на хлеб. Блядь, не убирай оттуда, или ты уже убрал? О, некий такой. Он сейчас угорать он будет там. Бля, уже убрали языка, шаль, хотел заснять. Все, давай, закрывай, трогайся. Бочку забей, бочку оставь. Да какой трогайся, я пока с вами здесь посмотрю, потом поедем. Я записываю уже. Давайте хотя бы пирамидку какую-нибудь поставим. Да нет, так нормально, нормально лежит, оставьте, блядь, говорю, красиво лежало, сука, блядь. Нет, давайте стену лучше сделаем. Стену, хуену. Оставь так, интереснее. Все обосрали, блядь. Опа. Ёжик на раз. Ешка все равно на раз тут пойдет. Чего, Ешка? Все равно на раз тут отправим. Выбери ремувер, нажми R. Ой, блядь, я смотри, прыгнул. Че опять? Хуёвый из вас мастер ломастера. Бля, запихните ему в кабину ящики. Можно ли вообще в кабину? О, бочку, о, бочку в кабину. Или бочку. Да мне на машинист, во. Тихо-тихо, состав не урони. У меня доступа нет к его составу. У меня есть. У меня нету. Вот Дрейф ответил. Съебись. А на седьмой путь готов или нет, да? А на седьмой. Я состав только отгоню. Наркоманище. Идеально. Бля, столько тут трафики, офигеть. А, камон. Сейчас вот там зайдет обратно. О, это на крышу. Если рестарта не будет до этого момента.
Еще на прощение. Коробки что ли? Один ящик на крышу еще. Присобачил. Классно смотрит. Ой, сука. Бля.